Утром 1 октября пенсионеров города Кирова ждал приятный сюрприз. В день пожилого человека сотрудники банка «Хлынов» провели акцию «Дорогим сердцу». Люди преклонного возраста получили в подарок цветы, улыбки и добрые пожелания. Акция «Дорогим сердцу» позволяет нам выразить свою любовь и заботу пожилым людям, показать, что мы ценим их. Мы можем порадовать вниманием, подарками, теплыми словами и просто побыть рядом. День пожилого человека – это не только праздник. Со стороны общества это дань уважения, признательности старшим поколениям за их труд, отметили в банке. Клиентом этого прекрасного банка «Хлынов» я являюсь, наверное, лет 20, а может быть и 25. Девочки прекрасно обслуживают всегда. И всем довольна. И очень приятно в этот день получить от вас подарок. Акцию «Дорогим сердцу» банк «Хлынов» проводит в первый раз, но сотрудники надеются, что она станет традиционной, будет проходить и в других регионах, где работает банк.